Друзья, всем привет! Это видеообзор таунхауса, который находится у нас в коттеджном поселке Гринленд. Как обычно, для начала я вам расскажу подробно о месторасположении, о том, какие плюсы дает вам это месторасположение, а уже, так сказать, во второй части этого видео будет подробно про сам дом. Итак, чем же примечателен коттеджный поселок Гринленд? Это фактически черта города, то есть мы находимся в микрорайоне Солнечный между двух жилых комплексов. То есть это жилой комплекс у нас Символ с одной стороны и жилой комплекс, давайте покажу, называется Сан-Сити. Кто-то, я думаю, возможно, уже и так понимает, что это за месторасположение. Также для ориентира вам здесь у нас школа, новая красивая точка будущего. В чем же плюсы проживания именно здесь, в Гринленде? Ну, во-первых, это такой достаточно небольшой камерный поселок на небольшое количество домов. Это первый момент. Второй момент, это, конечно же, то, что он у нас полностью закрытый. Здесь, конечно, асфальтированная дорога. Ну и так как это фактически у нас черта города, вы до сюда будете тоже добираться полностью по асфальтированной дороге. И, конечно же, это центральные коммуникации. То есть холодная вода и канализация здесь центральная. И это тот, кто покупает дома, тот, кто живет в доме, я думаю, прекрасно понимает, в чем же плюсы именно центральных коммуникаций. Ну и, конечно же, это инфраструктура. Так как мы находимся в микрорайоне Солнечный, а Солнечный — это одно из самых лучших и классных мест для проживания именно с семьей. Здесь большое количество всевозможных секций. Буквально через дорогу Байкал-арена. Очень-очень большим количеством секций для детей, для взрослых и так далее. Соответственно, здесь большое количество школ, большое количество детских садов, как частных, так и государственных. И за счет этого, конечно, люди выбирают в первую очередь Гринленд из-за этого месторасположения. А оно, я не побоюсь этого слова сказать, оно самое лучшее для загородного проживания в Иркутске. Собственно, очень много уже рассказал про сам Гринленд. Давайте теперь расскажу про территорию немного и потом уже войдем с вами в дом. Здесь хотелось бы, наверное, отступить от привычного повествования о наших объектах, которые мы берем в продажу. И зайдем мы с вами не с центрального входа, а зайдем мы с вами со двора. Обратите внимание, таунхаус, который мы предлагаем к продаже, он угловой. Это значит, что у вас будет всего лишь один сосед с этой стороны. И именно среди таунхаусов это очень-очень сильно ценится. То есть, покупая этот дом, вы будете четко понимать, что у вас повышенная шумоизоляция за счет того, что у вас всего лишь один сосед. То есть с этой стороны улица, и это очень-очень комфортно. Ну и, конечно же, это дополнительные источники освещения. Сейчас зайдем внутрь, я вам, конечно, все детально покажу. Ну, давайте теперь зайдем вовнутрь. Обратите внимание, здесь небольшой, но очень красивый и ухоженный участок. С моей точки зрения, это один из самых лучших вариантов, как вообще можно распланировать ландшафт на земельном участке. Земельный участок небольшой, но при этом он здесь есть, и чувствуется, что его достаточно. Здесь можно без проблем сделать себе какой-то дополнительный навес. Здесь можно поставить качелю, либо барбекю-зону. То есть смотрится все очень органично и очень уютно. Дальше. Здесь у нас вот такой красивый навес с ротанговой мебелью. Ну и давайте теперь войдем в дом и уже подробно про него поговорим. Дом у нас выполнен в несколько уровней. Здесь сейчас мы находимся на первом уровне. Обратите внимание, что я говорил. За счет того, что таунхаус у нас угловой, здесь у нас много окон. За счет этого у нас много естественного освещения. Здесь у нас получается вот такая кухня. То есть это, ну, можно сказать, главное помещение этого дома. То есть это зал, совмещенный с кухней. И очень мне нравится, как здесь сделана история. То есть обратите внимание, есть у нас отдельно зона для приготовления еды. Зона барная, допустим, позавтракать утром, да. И отдельная выделенная зона для вечерних посиделок, так сказать, для ужинов, обедов, когда собирается вся семья. Здесь много места, можно поставить стол даже побольше и, пожалуйста, наслаждаться ужином с видом на свой участок, на вот эту всю красоту, на зелень и так далее. За счет того, что здесь панорамные окна, это становится, конечно, возможным. Так, идем дальше. Гараж у нас здесь на одну машину, но места здесь достаточно, и с учетом того, что это угловой таунхаус, здесь появляется дополнительная возможность поставить машин чуть больше, чем у соседей. Вот, обратите внимание, как вы видите, гараж у нас отапливаемый, с воротами электроприводом, ну и вот здесь вот без проблем станет еще как минимум там две машины при необходимости. Ну и, конечно же, большой-большой плюс, что вы не выходите на улицу, то есть вы сразу зимой так заходите сюда, садитесь в машину, выезжаете и закрываете. То есть вам не нужно выходить на улицу для того, чтобы сесть в машину, это, конечно же, большой-большой плюс. Здесь у нас получается вообще по санузлам. Санузлы у нас на каждом уровне. Это большой-большой плюс. Здесь у нас санузел вот такой совмещенный с душевой и унитазом.
Далее, и на втором этаже у нас целых два санузла. Ну, давайте по порядку. Также еще обратите внимание, за счет того, что у нас, как я говорю, что это угловой таунхаус, здесь еще вот такое большое окно. Здесь у нас три спальни отдельных, здесь у нас целых два окна. Идем с вами дальше. Здесь у нас вот такая спальня для мальчика была сделана. Здесь у нас панорамные окна. То есть очень классно как раз здесь оборудовать рабочую зону для ребенка, потому что много естественного света, без проблем сидит, занимается. Мне нравится, как здесь разделена история под санузлы для детей. То есть это такой прямо санузел для детей. Даже видите унитазы. Унитаз с биде сделан на другом уровне, пониже, чем обычно. И это у нас, собственно, третья спальня или мастер-бедрум. То есть у нас это спальня с отдельной гардеробной, достаточно большой, и с собственным санузлом. Нравится, что спальня выходит на разные стороны. За счет этого здесь абсолютно вообще не нужен кондиционер. Открываете окна на две стороны. И вообще свежесть вам гарантирована в абсолютно любую жару. Ну и, конечно, родительский санузел сделан очень классно с точки зрения того, что здесь есть и унитаз, и биде, и душевая кабина, и две раковины, когда если вместе, да, собираетесь на работу. И, соответственно, вот такая ванна на пьедестале, красивая, с вот таким смесителем и, конечно же, с окном. Также на что еще хотел бы обратить ваше внимание, это то, что здесь у нас везде стеклопакеты из дерева. То есть это сейчас настолько большая редкость и роскошь, что действительно бросается в глаза, и это очень классно, потому что дерево намного экологичнее, чем пластик. Думаю, сильно тут объяснять не нужно. И в таком доме дышится гораздо, гораздо лучше. Ну, давайте сейчас вам покажу еще технические помещения, и на этом будем закругляться. Спускаемся с вами в цокольные помещения. Сразу хочу обратить также ваше внимание, что лестницы здесь удобные, широкие здесь. Поэтому даже если у вас маленькие дети, тут переживать за них не стоит. Они спокойно будут по ним подниматься туда и обратно. У нас цоколь — это сугубо такая техническая история, но вы можете ее переоборудовать так, как вы хотите. Здесь у нас блок вместе с технической комнатой. Обратите внимание, здесь у нас получается 200-литровый бойлер. Вспомогательный бойлер, котел и, соответственно, твердотопливный котел на случай отключения электроэнергии. Но так как здесь это черта города, электроэнергию очень-очень редко отключают, поэтому вы им пользоваться-то фактически не будете. Это так, мера предосторожности. Так, идем с вами дальше. Ну, конечно же, видите, здесь у нас система хранения. Оп. И здесь у нас вот эта комната, я ее называю комната свободного назначения. Вы здесь без проблем можете оборудовать детскую игровую, вы можете оборудовать здесь даже кинотеатр. Кто-то здесь в Гренландии делает сауну, тут даже можно сделать бассейн, потому что в целом здесь есть система вентиляции, вся подводка холодной и горячей воды есть, вообще без проблем это все делается. И оборудовать так, как вы хотите, либо сделать супер большую гардеробную, если у вас там много вещей и так далее. Собственно, рассказал, ну, действительно, все, что хотел рассказать. Предложение редко, предложение классное. Если вы давно хотели приобрести себе таунхаус либо дом в Иркутске, то обязательно рассмотрите этот вариант. Я убежден, что это очень-очень интересное и классное предложение на рынке Иркутска. Собственно, звоните, пишите, будем рады вам показать его вживую.